моим друзьям, коллегам, единомышленникам, просто людям Земли. Каждый Новый год, именно те минуты с боем курантов, человек ожидает с трепетом души, с радостью, с уверенностью в лучшие события, в новое счастье, потому что с детства знает, что чудеса бывают, они никуда не исчезли, просто запрятались за бытовыми проблемами. Но это ощущение праздника и нахождение в празднике, что это? Это память наших чувств, это то нахождение в духе, когда ждешь и происходит. Так и во всей остальной, как бы не праздничной жизни. Надо просто помнить эти ощущения счастья и в них быть, в них идти по своим событиям. Вот тогда и будет получаться все. Будут решаться задачи, происходить события в нужном благоприятном направлении, если человек находится, конечно, в позитивном уровне. И именно в те минуты боя курантов посмотрим наше общее будущее, которое благоприятно для всех, для каждого и лично для себя. Мир вашему дому, друзья! Радости, любви и успехов в деле спасения! Григорию Петровичу Гробовому, автору учения о спасении и гармоничном развитии, наши наилучшие пожелания, наша благодарность за знание вечности, принесенное на планету Земля. Всех с Новым годом! Счастья и реализации задуманного!